1 мая на улице Мира водитель Mitsubishi Karisma не уступил дорогу Форду Фокус, который от удара оказался в ливневке. Сотрудники ГИБДД установили, водитель иномарки решил развернуться, однако при совершении маневра не уступил встречному Форд Фокус. Машины столкнулись. От удара Mitsubishi развернуло, и авто провалилось в ливневку. Виновник аварии не пострадал, а вот девушке, которая управляла Фордом, понадобилась медицинская помощь. И буквально через 2 дня в больницу поступил еще один пострадавший в аварии. На этот раз ДТП случилось на улице Советской. Водитель Deo Nexia врезался в опору ЛЭП. По его словам, при движении он повредил правое переднее колесо автомобиля и потерял контроль над управлением. Иномарку вынесла на обочину, где она и угодила в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний 1996 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности. Подросток был доставлен в центральную городскую больницу. Диагноз – ушиб и ссадина лобной области. Лечение амбулаторное. А в воскресенье на загородной трассе перевернулась Нива. Авария произошла в районе 205-го железнодорожного переезда на автодороге Карамовская. Как пояснил водитель Нивы инспектором ДПС, он не справился с управлением, и машина перевернулась. Сам он не пострадал, а вот его пассажирка получила многочисленные переломы.